Добрый день. На днях мы праздновали, или, как скажем, отмечали 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. Немного печальная дата и, по идее, очень торжественная. Я слушала выступление в связи с этим передачи «Уроки русского» Захара Прилепина. Слушала как-то Максима Шевченко. Не знаю, что за передача. Мне прислали ссылку, я посмотрела. И вот о чем я подумала. Два достойных журналиста, телеведущих, имеющих доступ к большому микрофону. То есть, что это такое, большому микрофону? Имеющих доступ к микрофону, скажем так, к возможностям влиять на людей. Я очень уважаю, Захара Прилепина, очень уважаю. Но мне хочется спросить, уж что не нашли других слов? Вот посмотрите, сегодня по телевидению видим, как две девчонки глумятся у вечного огня. Ну, о чем это вообще говорит? Ну, мягко говоря, о недовоспитании. Или вообще там не заложены никакие нравственные основы. Они просто не заложены. А у нас такая дата – Владимир Высоцкий. Вот мне просто интересно, Захар Прилепин, Максим Шевченко, они вообще читали стихи Владимира Высоцкого? Вот не песни, потому что песни какие-то вы могли слышать, какие-то могли не слышать просто вообще. Вот вы его стихи возьмите, почитайте, чтобы просто понять, что у нас есть человек в истории нашей страны. Он не зря стал кумиром 20 века. Человек, который столько написал стихов, спел ли он их в песнях или просто это в стихах. Я предпочитаю читать стихи, потому что это позволяет мне подумать над каждым словом, над его значением. Именно почему такое слово? Почему вот так сложил он в эту строчку. И очень глубоко постигаешь, когда глубже постигаешь, как мне кажется. Так вот, у Владимира Высоцкого, это я хочу ответить Захару Прилепину. Захар Прилепин, посмел, скажу так, сказать о том, что Владимир Высоцкий, он не поэт. Потому что поэзия, это вот с точки зрения, скажем так, какой-то там профессиональной элиты, это стоящее нечто выше, чем над людьми. Привел пример Пушкин, Блок, Есенин. Вот это поэты. А Владимир Высоцкий не поэт. Ну, однозначно, вот сейчас я не буду разбирать весь вопрос, не буду приводить. Я просто этому уделю внимание в следующий раз. Я приведу примеры таких стихов, от которых замирает душа и сердце. С точки зрения красивой поэзии, если говорить о красоте. Хотя я тут же могла бы сказать, тогда простите, а Блок, вот его фабрику возьмем. Помните его фабрику? А возьмем 12. Вот барышня в каракуле к другой повернулась. Уж мы плакали, плакали. Повернулась и бац, растянулась. Может быть, тогда это не поэзия? Ведь похоже на Высоцкого. Видимо, на те песни Высоцкого, которые вы слышали. Поэзия, она стоит выше, и тогда она поэзия. В том смысле, что она формирует мировоззрение, формирует нацию, она влияет. И она влияет прежде всего с точки зрения нравственности и духовности. Так вот я вам скажу, что с точки зрения духовности, даже не нравственности, а духовности, выше Высоцкого нет никого. В Высоцком новое мировоззрение он нес. Просто новое мировоззрение. Мировоззрение не надежды на батюшку, там, царя или правительства, а на самого себя. И ответственность только самого себя. И формирование самого себя. И ответственность за свое предназначение только на самом себе.
потому что при любом строе, и царском строе, и советском, были люди, которые достигали высот и полной самореализации своих талантов, потому что они как раз относились к тем, которые понимали, что никто не даст, а сам. Сам осознаю, сам понимаю цель, сам понимаю тактики и сам достигаю. Шевченко, сразу же скажу, да, Высоцкий не борец. И к переменам он не призывал. Но он призывал, и у него об этом есть стихотворение, он призывал к тому, чтобы осознать причины, осознать свою жертвенность, то есть свою несвободу. Потому что когда ты осознаешь первопричины, то ты знаешь, что ты хочешь достичь. И вот оно, это стихотворение. А мы живем в мертвящей пустоте. Попробуй надави, так брызнет гноем. И страх мертвящий заглушаем воем. И вечно первые, и люди, что в хвосте. И обязательные жертвоприношения отцами нашими воспетые не раз. Печать поставила на наше поколение, лишила разума и памяти, и глаз. И запах крови многих веселя. И дали многоточие. И что это за многоточие? То ли это пророческое многоточие, то ли просто не было сил продолжать дальше. То ли это многоточие, как предложение каждому задуматься самостоятельно. Читали вы такое стихотворение? И, наверное, в вашем мировоззрении, Максим, его можно отнести к революционному. Но только это о другом. Это найти корни и первопричины. Найти их, осознать. И, значит, сформулировать для себя, наверное, желание свободы и, может быть, цель достичь эту свободу. Я вот о чем думаю. У Высоцкого есть такие стихи, ну, всем известные, «Мой Гамлет», «Дурной сон», может быть, слышали. Стихотворение «Памятник». Стихотворение «Я не успел». Стихотворение «Гербарий». Если бы даже он написал только их, он бы уже стал великим поэтом. Потому что о чем эти стихи? Они побуждают к осознанию смысла жизни каждому человеку, смысла его жизни, к осознанию или хотя бы размышлению о предназначении, о желании оставить яркий след для человечества, для цивилизации, для своего поколения или потомка. Это очень честные и глубокие стихи. Но я начала свой разговор о том, что вот мы сегодня видели по телевидению. Это уже не первая картинка. Есть люди, которые действительно у большого микрофона вы не находите тем, ну хотя бы тем каких-то пробуждающих, может быть, тех же учителей,
нести высокое, светлое и вечное. Нравственные основы, духовные основы. Об этом нельзя говорить. Ну, вам дан микрофон. Вот стихотворение Высоцкого, песня микрофона. Я оглох от ударов в ладони. Я ослеп от улыбок и лиц. Сколько лет я страдал от симфонии, потакал подражателем птиц. Пусть меня многократно проверят, чистый звук в вашей души летел. Тот вон тот, на кого я надеюсь, для кого я все муки терпел. Сколько раз в меня шептали про луну, кто-то весело орал про тишину. На пиле один играл, как шею спиливал, а я усиливал. На низах его голос утробен, на верхах он подобен ножу. Он покажет, на что он способен, ну и я кое-что покажу. Он поет, задыхаясь натугой, он устал, как солдат на плацу. Я тянусь своей шеей упругой к золотому от пота лицу. Только вдруг, человече, опомнись, что поешь. Отдохни, ты устал. Это патоки сладкая помесь. Зал, скажи, чтобы он перестал. Все напрасно. Чудес не бывает. Я качаюсь. Я еле стою. Он бальзамом мне горечь вливает в микрофонную глотку. В чем угодно меня обвините, только против себя не пойдешь. По профессии я усилитель. И стонал, но усиливал ложь. Захрипел я. Динамики взвыли. Он схватил мое горло рукой. Отвернули меня, умертвили, заменили меня на другой. Тот другой он все стерпит и примет. Он навинчен на шею мою. Часто нас заменяют другими, чтобы мы не мешали вранью. Мы в чехле очень тесно лежали. Я, штатив и другой микрофон. И они мне, смеясь, рассказали, как он рад был, что я заменил. Это стихотворение о том кредо, которое было у самого Высоцкого. Кредо честности. Кредо смыслов, нести смыслы. Подумайте, какие смыслы несете и даете вы. Ну, а я думаю, что стоит продолжить ознакомление с творческим Высоцкого более глубокой, чем то, которые всего лишь где-то на слуху песен. Всего хорошего.